На форуме «Махар» подведены итоги грантового конкурса «Росмолодежи». По итогам защиты 8 проектов рекомендованы экспертами на получение грантовой поддержки. Среди них проекты «Центр психологической поддержки для лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Жизнь без границ», «Академия Аргона», историко-просветительский проект «Кавказский рубеж» и другие. Напомним, что с 21 по 28 августа Минмолом Карачаево-Черкесии, Карачаево-Черкесским государственным университетом, АНОА «Высокогорный креативный кластер» при поддержке главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и Федерального агентства по делам молодежи проводился Всероссийский форум «Махар-2023».